С вами я, Ваня. Мы продолжаем играть в симулятор сборщика компьютеров. Так, сегодня у нас офигеть сколько всего приехало. Это мы закупляли для компов. Компов у нас тоже много. Короче, много работы. Давайте приступать. Включаем комп наш, включаем свет и смотрим. Так, одна видеокарта. Много HDD-шника, вторая, третья, четвертая, какая-то материнка и еще один винчестер. Короче, у нас винчестеров и видеокарт сегодня очень много. Так, а это что? Стоимость перепродажи 16 баксов. Это, по-моему, просто корпус, да? Приехал тот, который я заказывал. Окей. Так, давайте начнем с компьютера. Там уже оттуда будем отталкиваться. Пора бы и аренду оплатить. Вы нам должны 500 баксов. Оплатить. Мы получили оплату. Отлично. Так, тут апгрейдиться хотят. Так, начинаем с самого низу. Так, сюда нам надо было видяху. Видяху. От MCI. Сейчас будем ставить видяху от MCI. Так, тут она стоит. Тут стояла 960-я, да? Хорошо, выкручиваем. И ставим. Вот, наши видяшки. Так, это 960-я, которую я, походу, выкрутил. А мы туда закидываем, так, R9-280. Да. Так, ставим. В чем прикол? Тоже не подходит она сюда. Мне не светится зелененьким, что я прокачал видеокарту. Окей, ставим тогда 380. Офигеть. Короче, и это тоже сюда не подходит. Так. На 420 баксов можно заказать видяху, но окей. Я не знаю уже какую, я думал достаточно, чтоб ее... Хорошо. На 420 баксов что мы можем заказать? Тут нету таких дорогих видеокарт. О, 430... 400... Все это... 490 есть. 300. У нас есть 420. Давайте закажем ему тогда вот эту. Ой, не эту, ошибся. 435 баксов, короче. TI Gaming 6 гигабайт памяти, 250 ватт мощности. Я не знаю, у него вообще потянет этот. Давайте не 900, блин. Если я не ее закажу, то... Он скажет, блин, что ты... Вообще, знаете что? А если... Мы можем протестить одну штуку. Так. Ставим этот компик пока что сюда. Берем вот этот. Ох, я еще не открывал свой компьютер. А, стоп, открывал. Я же оперативку сюда докидывал. Из которой у меня там была. Так, у меня стоит... А, 970 геймер. Так, у меня такая есть, она тоже не подходит туда. Так, включайся. 970 геймер у меня и так есть. Ну, то есть, это тоже не подходит как прокачка. Я не знаю, что сюда надо. Сюда только, походу, надо вообще 1050, 960, вот, 970 геймер ставим. Слушайте, это как-то сработало. Я не знаю как,
Ну, оно сработало. Хорошо. Окей, я согласен. Я отдаю ее, я не знаю, на что... Но она у меня была давно уже, валялась, в принципе, по-моему. Окей. Окей. Если он согласен, и я согласен. Потому что я задолбался, этот комп, он у меня уже лежит, блин, очень давно. Прям очень давно. Ай. Так, случайно закрутил раньше времени. Не то. Вот так, это мы тут закрываем. Теперь вот это мы закрываем. И теперь вот этим закрываем. Все, замечательно. Замечательно. Надеюсь, я уже избавлюсь от этого компа. Потому что я столько на него видеокарт заказывал. У меня там уже и ни одна не подошла. А у меня была, которая подходит. Вообще отлично. Такс. Это вот этот комп, да? Хорошо, хорошо. Пум, телепортируемся. Он включается. Выставить коридор. Ну да, все, тащим. И готов. Так, давайте. Давайте получать оплату. Бамс. Шаруш монтаж. Ну и ладно, зато дешево, блин, дешево. Дешево же получилось. Но ему, короче, не понравилось. Эх, не понравилось, не понравилось. Так, тут надо в 3D-марке набрать баллы. Тут, походу, я менял процессор, если я хорошо помню. И тут у нас GTX 960 стоит. Так, а процессор какой там стоит? Да, вот, я ставил проц. И теперь еще видяшку сюда доставим. Откуда вообще он знает, что это БУ видяха? Наверное, просто не было на нее гарантии или что-то такое. Давайте 280-ю пока что поставим. Так, надо белые. Белые. Обычный белый. Так, а этот как? Отсоединить. Все. Все должно быть одинаково. А то потом еще на меня наедут. Почему провода не такие? На тебе. Троечку. Так, запускается. Давайте. Хотел бы баллы производительные, иногда, кстати, MCI бомбические. Да, так, мы ему MCI, да, MCI ему втыкнули. Ставим проверочку 3D марка. Так, сколько баллов? 2247. Окей, надо 354. Будем ждать. Пока что мы можем посмотреть апгрейд. Надо процик прокачать и... видяшечку, ой, оперативочку. Так, у него всего 4 оперативы и протшо i3. Ну, ставим, походу, i5 ему. i5 шестого поколения, это получается. И надо тогда 16 гиг оперативы. Так, у него есть 4. Что там по магазину? У него есть какие-нибудь? Хотел бы приобрести, может прогрессить мне цепь. Я хочу, чтобы вы поставили. Сделайте как можно раньше. Ой, ты дыма. Окей. Окей, окей, окей. Проц и оперативу. Так, у него там 4 гига. У нас на складе на самом деле что-то есть. По оперативке. Где она? Вот. Есть одна планка. На 16 гиг. В принципе, сойдет, я думаю. Но все равно процик надо будет заказывать. Поэтому
2400, 2400. У него какая там тактовая частота? 2400. Вот, возьмем еще одну такую. Надеюсь, что у него там 4 слота. 250М. Сейчас глянем материнку. 4 слота. Или сколько слотов тут под оперативочку? М2. Дуаль. 4 модулей. 4. Окей, 4. Значит, мы можем еще одну взять. Вот такую белую на 4 гигабайта. 2 Team Group T-Force Dark Silver 4 гигабайта 2400. Вот. И у него такая же стоит. Да, да. Отлично. То есть... Замечательно. И процик ему возьмем. Intel Core i5. Сколько вообще? 240 бюджет. Поэтому можно даже... Мы сейчас 70. Это 240 минус 70 у нас получается. Блин, сложно считать. Где тут калькулятор? 240, 70, 30, 170. 170 остается. Так, сокет... По-моему, вот такой. Нам надо. Да, у него тут 6100 стоит, по-моему. Вот этот. i3-6100. Да. Вот. У него такой стоит. А мы ему сейчас втыкнем. 170 баксов у нас есть. Давайте вот этот. 6500 на 65 ватт. Ну, чутка, да, больше. А что у него по блоку? 400 блок питания. Думаю, потянет. Должен потянуть. Все, принимаем. Этот заказ хорошо сделали. Дальше. Здоровенький булы. ПК уже старичок. Важный момент. Необходима производительность... Что, извините, блин, такая произ... Сейчас давайте посмотрим, сколько у нас тут баллов. 2200? В чем прикол? Серьезно? 2100 плюс 3300... Как так? Вообще центральные процессоры. Тут что-то по графике. Блин, R9 280 меня расстраивает. Что-то она вообще никакая. Я их столько заказал, а они вообще фи-фи-фи. Что-то они слабые какие-то. Давайте тогда лупнем сюда. 280-ю. Надеюсь, хоть это получше. Так. А, вот, даже бюджет мы превысили. Непонятно, непонятно. Ой, я не успел. Так, запустим. Запустим. Почему оно так мало набирает? Я не понимаю. Ну, процессор хорошо набирает. Там видяшка все портит. А в 3D Market все на видяшку идет. Блин, а я процки мощные кладу. Там надо было проц не ставить, а видяху просто нормальную поставить. Проц ему вернем, какой и был, наверное. Только я не помню, какой там был, потому что это пинкет давно я делал. Так, что тут? 3800. 340 бюджет. А давайте глянем, что за комп хотя бы. Ryzen 5. Ну тут да, тут видяху крутую купить. За 340 баксов какую видяху можно взять? Блин, это 400. 400. 275. 340 баксов. Давайте цена... Нет, наоборот. О,
Скоро 340. Наверное, вот такую он хочет. Угу. Так, 1200, да? Короче, берем эту GTX 980 и сделаем ему в темпе вальса. Какой-то чувачок. 2700. А нам надо 3. 2600. Походу, да, я тут ошибся. Я тут ошибся. Тут надо что-то посерьезней по видеокарте ставить. Так, а у нас нету ничего. У нас 750-я, 960-я. R9-280 не подойдет. Не подойдет. Не подойдет. 960-я, 960-я. R9. Давайте еще попробуем на этой запустить. Или она тут и... Нет, она не тут была. Но попробуем запустить чисто ради интереса, сколько наберет баллов. Вообще, этот получился у нас тестовый такой компьютер, на котором мы тестируем 3D Mark. Так, запустить. Все. 3800. Ну, блин. Ну, окей, 3800, так что... 3800. А это, получается, это у нас вот этот, да, компьютер? За 300 баксов. Что там за видеокарты до 300 баксов? 470-я. Наверное, он такую хотел. Возьмем вот такую еще одну и втыкнем сюда. Не знаю, это 22 числа. Сейчас какое? Я не знаю, какое сейчас. Ну, не важно. О, ферминг симулятор. Сюда нам точно должна там, я смотрел, это R9 подойти. Для ферминг симулятора на рекомендуемых. Давайте глянем. Я уже смотрю. Да, сюда надо AMD R9-280 на 3 гигабайта. 280, то есть, да. А Ryzen тут уже стоит. Вот этот комп мы сейчас сделаем. Только вот этот пускай проверится на баллы. Уже 2700 набирал, но все равно 2300. Это вообще, вообще отстой. Тут надо и видяху вытаскивать, получается, и процик вытаскивать. Только я не помню, какой тут был. Так что сейчас мы будем... Где тут? Тут был какой-то Intel. Который я, походу, уже кому-то вставил. А, нет, вот он родной. Термопаста. Так. Вот это, по-моему, тут система охлаждения. Так, хорошо. А видяха тут какая стояла, я не знаю. Но я закажу сюда, короче, мощную какую-то. Мощную. Пока что откладываем сторонку и будем апгрейдить вот этот комп. Так, сюда нам что надо сделать? Играть в ферминг-симулятор. Все, я понял. Тут надо... Блин, надо эту заглушку снять. О. Так, я не то нажал, но это тоже надо будет сделать.
поэтому... Так, на ферминг симулятор 280-я видяха. Где-то у нас тут внизу была... Гейминг... А он на БУ вообще не жалуется или жалуется? Сейчас глянем. А вы не думаете, ничего, что я, в принципе, не чищу. Вы кастомный ставите. Гибкий белый, например. Так, сюда надо гибкий белый кабель. Окей, окей, окей. Нет, не окей. Это не надо снимать. Есть еще где-то провода? Такс. Все замечательно. Гибкий белый. Гибкий обычный белый. Все подключаем. Так, то есть у него нет проблем с БУ, поэтому можем ему БУшную поставить. А, R9 370. 280, 280, 280. А у нас даже нету 280-й бэушной, поэтому тебе повезло. И у тебя будет новая. Гибкий белый. Он не белый. Только я дальтоник или он не белый? Он же не белый. Выбран у меня белый, но он ставится не белый почему-то. О, вот это белый, да. Ну, не знаю, короче. Не повезло, значит, чуваку. Не будет у него белого кабеля. Так, вроде все подключили. Запускаем. Так, надо проверить, будет ли работать у него ферминг симулятор. Где он? А, еще надо оперативы добавить. Отключаем питание, планка памяти, БУ. Сойдет. Он же не против БУ. Ой. Запускаем, запускаем. Так, на вирусы мы вообще проверяли этот комп? Я думаю, что проверяли. Да. Отлично. И... Ой, тут даже Евротрек симулятор пойдет. А и надо ферминг. Отлично, отлично. Так, надо поудалять, походу, все то, что мы наставили. Потому что потом жалуются клиенты. Шо у нас, откуда у нас... Всякие программы ненужные. Все, замечательно. Ой, крышечку забыл поставить. Так. Не подходит, наверное, там пишет. Такс. И боковая панель. На 178, 22 бакса еще осталось. Отлично. Так. Можно относить. И чё, какую оценочку? Что? В смысле, я чистил? Я же чистил этот комп. Я должен был его быть... Блин. Ну, наверное, я забыл почистить. Так, тут надо сборочку сделать. О, это я оставлю прям, наконец, такую классную штуку. Тут надо поменять просто два винта. По-моему, эту крышку даже не надо снимать. Так, это снимаем. Да, вот, я вижу, что у нас с этой стороны винчестеры. А ш
что это было? Это что-то не то я поймал. Я не могу на... О! Как-то неудобно все. Очень неудобно. О, а тут удобно. Все. Так, вытаскиваем. Вытаскиваем. Отлично. И устанавливаем 2 по 4. 2 по 4. Оп. И еще один такой же. Оп. И подключаем это все. Отличненько. Закрываем крышечку и сейчас ставим винду и можем отдавать. Вот такое я люблю вообще. Изи. Никаких трабл, не надо никакие 3D марки. Точнее, все очень просто. Даже винда автоматически ставится. А тут у нас что? Увеличить объем жесткого диска до 500 гигабайт. Ах. А есть что-то? Тут пофиг на БУ, да? Так, давайте антивирусом. Обязательно надо смотреть, что там по вирусам, потому что потом на нас будут гнать в отзывах. А я не хочу портить свой рейтинг. У нас уже 4 звездочки. Ох, сборка ПК с нуля. Это вообще круто. Сейчас соберем комп офигенный. Ну как офигенный, на самом деле самый дешевый получается. Так, вирусов нету, отлично. Все, можно тащить и принять оплату. Юху, 5 звездочек, отлично. Так, здесь надо просто винт поставить на 500. Добавить там пишет или... Так, тут только с этой, да, с этой стороны надо снимать. Доступ у нас только отсюда. Так, а чё пишут? Увеличьте объем жесткого диска. Увеличьте объем, это... У него на 120, я на 500 ставлю, или... Мне надо просто добавить еще 500. Вот это я не очень понял. Там пишет не добавить, там пишет увеличьте. До 500. Так что мы просто берем на 500. У нас бэушных нет? Странно. Они что, бэушными не считаются? У нас все новые. А. Сейчас. Оп. Оп. И теперь ставим. О, пишет БУ. А у нас только новые. Блин, офигенно. Откуда у меня... А, это SSD-шка. Я понял. Читерим немножко. Делаем все через... Ой. Через стены. Корпус не собран до конца. Сейчас вот так. Так считается, что он собран. Не установлено ОС. ОС не установлено, пацаны. Надо установить ОС. Это тоже изи. Менять жесткие диски, блин, хорошая работа. О, а корпус неплохой такой, кстати. Хотя не, мне не нравится здесь, как здесь диски стоят. Вам нравится? Мне так себе, так себе. О, ну нормально, передняя. Вот спереди у него вид нормально. Сбоку не, есть получше все-таки. Есть все-таки получше. Кстати, мы скоро 6 уровень. А, блин, я думал, это на 6 открывается. Но, кстати, мы можем собрать стол? Воу, воу. Офигенно, теперь у нас
два этих, а на шестом у нас шкаф появится. Не знаю, что в нем делать можно. О. Так, тут мы соберем сейчас комп. Первая сборка на новом столе. Это ж вообще офигенно. Так, вот это мы тащим собой. Бамс. Теперь два стола вообще офигенно. Вот такой вот корпус я заказал. В общем, сейчас все увидите сами, только я антивирусом просканирую, все отлично. Это можно вынести в коридорчик. Принять оплату, замечательно. Так, это вот. Чувак пишет, я бы хотел заказать компьютер для местного клуба любителей поездов. Я читать не умею. Он не должен быть очень уж мощным, но там должно быть достаточно памяти и места на жестком диске. Мы тут крутим слайд-шоу, они довольно много весят. Шо ж, нам надо в 700 баксов вложиться. Так, у нас есть вот такой вот дешевенький корпус, и сейчас начнем сборочку. Ух, круто. Так, это мы не закрываем, это нам еще понадобится. Так, а тот комп, это да, это тот, который ждет видяху, ладно. Так, все по красоте сделаем. Мы можем вложиться в 750 баксов. Мы должны, точнее. А корпус такой. Не, я думал лучше. Он такой. Не очень. Так, материнская плата. Вот такую вот я заказал, самую дешевую, в принципе. Потому что им зачем-то 16 гиг оператива. Не знаю, они программы какие-то хотят сразу много программ запускать, наверное. И 16 гиг оператива тоже, окей. По-моему, это сюда я и хотел ставить ту планку, которая у меня есть на 16 гигов. Так, процик туда дешевый ставим, у нас есть. Вообще вот этот. Отлично. Термопастой мажем. Потом система охлаждения у меня и сломана. Я не знаю, зачем я ее здесь держал. Так, подключаем. Так, а у них вообще не было никаких там пожеланий. Блок питания у меня тоже есть. Этот сломан, можно его продать. За 7 баксов всего. Все бэушное ставим им. Офигеть, как все снимается. Тут что, крышка? А, она снимается, окей. Но это жестко, как я снял эту штуку. Не, мне корпус этот не нравится почему-то. Он же самый дешевый. Как может нравиться самый дешевый корпус? Блин, а блок питания довольно-таки дешевый, а у него эти провода, короче, отстебываются, блин. Удобно. Так, что им там надо? На 500 гигабайт. Диск. Что такое? Походу оно в другую сторону открывается. Я пытаюсь открыть его в эту сторону. Сейчас поломаем тут все. Так, на 500 гигабайт. Все, замечательно. Замечательно. Так, еще сюда видяшку самую дешевую. Надо впихнуть какую-то. Тут нету никаких фильтров. А, подходит для этого. А тут все подойдут. Короче, дешевую сюда не надо. 250 ватт, 75 ватт, 120 ватт. Надо какую-то 75, 75, 60.
120. Вот это у этой меньше всего потребления. Так, открутим. Этот слот, по-моему, надо снять. GTX 750 Ti. Это самая хуже, которая у меня, наверное, была. Худшая. Так. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Флешечку надо вставить, чтобы винду установить, потому что комп новенький. Ну как новенький? Новенький и старенький. Это сюда. А заглушку я когда установил? Я не помню, когда ее ставил. Мы за половину денег, короче, я думаю, они не будут довольны, потому что дешево. По-любому. По-любому надо ставить было дороже комплектующие. Я уверен, что они скажут, что что за какаху ты нам сделал. Да, у нас есть 750 баксов, а я сделал просто самый дешевый комп. Бюджетник сделал им, сэкономил им деньги, а они сейчас, я просто уверен, что они напишут какой-то плохой отзыв. Давайте хотя бы проверим, сколько здесь баллов. Корпус собран не до конца. Такс. Я же говорил, что я забыл ту штуку поставить только вот сюда. А, если она не снимается, я понял. А, так, я вообще-то хотел поставить 3D марки и проверить, какая производительность у этого компьютера. В принципе, я могу туда дороже комплектующие поставить. Я не знаю даже, как лучше. Им только фильмы там, а анимации их крутить. Я надеюсь, что они прям не очень жестко разозлятся. Что я им такой дешевый собрал. А наоборот, будут рады. Вот, они ничего. Ничего про БУ комплектующие не писали. Вот, нормальный компьютер. Процик просто слабенький. Ну, он у меня валялся, типа. Я вообще могу даром подарить им. Блин, они бы вообще должны просто сказать спасибо тебе за то, что подарил нам комп. Так, тут давайте пока смотреть следующие задачи. Для этого я купил уже, по-моему, все. 3600 балл надо. Гибкий черный. RX 560 и Процик. А сколько? 490. RX 560. Давайте-ка мы глянем, с какой у нее рейтинг. 560. Это вообще норма? Или это отстой? 560 RX. Блин, а где она? Так. Я не вижу числа 560. А, вот. Вот такая у него, что ли? Asus Radeon RX 560. Asus, где она была? RX 560. Вот. Asus Radeon RX 500. 1300 баллов.
Ну, надо ему что-то получше взять. Получается, ему даже подойдет R9 380. Хотя оно не наберет столько баллов. Так, у него 500 баксов на апгрейд. Там надо по-любому процик получше. Наверное. Так что... Можно взять вот эту. 350 плюс процик какой-то. Так, 350 плюс процессор. Что у него там за процессор? Вообще какой-то самый-самый такой фиговенький. И, допустим, процессор i5 за 175. 350, 450 плюс 75. Ну, это довольно-таки дорого выйдет. Нет, не i5, ну хотя бы i3. Вот такой, какой у нас есть. За 140. Да, 350 плюс 140. Как раз то, что надо. А так, какую видяху я только что ему сказал? Эту R9 380. Оно не потянет на 3600 баллов. Я в этом уже уверен. Ну, короче, с этим компом придется посидеть, пошаманить. Короче, берем. Берем. Пока что заказывать ничего не будем. Будем пробовать с тем, что у нас есть. И если вдруг не прокатит, то будем заказывать что-то новенькое. И тут. У вас компьютер по конструктиву. И он постоянно грелся. Я-то думал, что их должно... Пока мой друг... Что его аналогично вы решили. Сможете взглянуть? Диагностика и ремонт. Наверное, я даже знаю, в чем проблема. Но я возьмусь и сделаю. Так. Шоу тут у нас. 1000 баллов. Это вообще... Вообще дно. Так, что ж. Надеюсь, что они не сильно меня прям плохую оценку поставят. Все отлично. Блин, да все круто. Работа, новые комплектующие 330 и 60. Вообще офигенски. Просто избавились от ненужных комплектующих. Так, для этого всего я там все заказал, да? Оперативка, проц, две видяхи. Может еще какую-то видяху мощную заказать? 980 Ti. Это самая дорогая, которая есть, да? Давайте возьмем ее себе для тестов. Чисто ради тестов. Все, купить. Отлично. Что ж, тут все порешали. Один комп мы так все еще и не собрали за 22 число. На почте ничего нету новенького, но... О, скоро 6-й уровень, отлично. А базовик, это все фигня. Все, можно вырубать, можно идти спать. Завтра у нас есть немножко работ. Не так много. Чутка есть еще. Один комп тут. Что ж, с вами был я, Ваня. Если понравилось, обязательно ставим лайки, подписываемся. Всем пока!